бою. Александр Кривладович, я дам. При начале полки сошник, вот это вот сошник, где колеса, а вот сошник, он должен стоять вниз, вниз. Это регулировка глубины. Это есть регулировка глубины. Я сегодня прошел, закультивировал, ну, глубину где-то 5-7 сантиметров, ну, может, 8, не больше. Идет хорошо, можно так сказать. Я вам покажу, как он работает. Сейчас я вам покажу приложение видео. Заводим. Я за 2 часа прополол 10 соток огорода. Полол только междурядье. Глубина прополки у меня получилась 5-7 сантиметров. 5-7 сантиметров. Опа, вот здесь глубже. А здесь вот 5-7 сантиметров глубина прополки. Лично, ребята, я доволен своим мотокультиватором Кентавр МК-10-2СФ. Думайте сами, ребятка, решайте сами. Покупать этот агрегат Кентавр МК-10-SF или нет? Решать вам. Это не реклама. Это наша жизнь. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Здесь я прошел вчера. Здесь я. Смотри. Здесь. И он, где жена работает. Туда. Прошел я вчера 10 соток. Здесь кабачки я прошел вдоль и поперек. Огурчики только вдоль. Сегодня, возможно, поперек пройдем. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят.